дунет дольше всех, издаст самый длинный звук, получит приз от Music Party и High Game Studio. А вот да, да, Анна говорит. Я уже опоздал, Миш, да? О, смотрите, там прорывают снова. Секундомер включаю, сейчас секунду. Не, ну подожди, это сейчас был, так сказать, мастер вариант. Итак, ребят, если вы чувствуете, что у вас получается, то дудите до самого конца. Нет, у нас 3 человека всего. Так, сначала мастер вариант. Короче, ладно, оказывается, охренеть. Тут можно... Это на одном дыхании. Да. Не на одном? Нет, она вдыхала. Вот, надо дышать во время выдоха, поняли? Все. Димон первый. Димон первый, это как Лжедмитрий, да? Что-то из истории. Что делать? Попробуй туда дунуть. Диман, как водника пускаешь поглубже? Это синтезатор, это не он. Влад, Влад, давай еще одна попытка и Влад. Звук был! Высокочастотный, правда, какой-то. Мне кажется, он еще был. А теперь Влад пробует. Ядрить ты слон. Это было что-то норвежское. Ну, это было круто. Юля? Сука! Вы же сможете, Ребят, ребят, если сейчас в сторону нашего джема из леса бегут лоси, ловите их. Так, я чувствую, что... Кого выбираем? Ну, я лично, вот я просто выскажу свое мнение, а ты давай реши тогда. Мне показалось, что Юля сделала ближе к оригиналу. Влад сделал круто, но вот у Юли еще вот эта цикличность очень круто была. Блин, я согласен на самом деле, да. Стой, давайте Анна скажет. Саксофонная техника была. Но у нас, Аня, у нас просто времени мало. Нам бы все-таки выбрать победителя. А, вы губами не шлепали. Вот, она сказала почти. Ладно, короче, зрительское голосование. Я знаю, у Димона почти получилось, но лучше получилось у Влада и у Юли. Кто за Влада, кричим? Это было очень солидарно. А за Юлю? Это говорится, все очевидно. Как я и подумал, Юля, от нас и от High Gate Studio мы предлагаем тебе в подарок выбрать один из калибров струн. Так. Какая разница? Калибр микрофона. Все хотят тут есть дюнса. Увядающая классика, я так... Зелененький цвет, мой любимый, все правильно. Поздравляем Юлю с ее новым комплектом струн.